Так, это у нас наушники, вон какие. Ничего не понимаю в этих наушниках. Так они музыку включили громко. Наверное, проверяют телевизор, что ли. Вот такие наушники. Кстати, вот эти красивые. Так. Ну что же вы там так орете? Там игру, наверное, проверяют. Вот эти, да? Тоже. Я не знаю, сколько они хорошие. Вон, мышка. Переливается всеми цветами. Это мышка с кабелем. Она идет в клавиатуре, видите? Ну, господи, хватит уже. Так, на весь магазин, наверное. Это опять же наушники. Пользуется успехом, я смотрю. Смотрите, какая мышка, да? Такая переливчатая. И клавиатура. О, вот я хотела на компьютере, чтобы... Ой, она же переливается. Посмотрите. Синий. Сейчас куда другой будет. Фиолетовый. О, а вот, видите? Вот. Тоже наушники хорошие. Ну, симпатичные. Я не знаю, насколько они хорошие. Как красиво, когда клавиатура переливается, правда же? А особенно, когда она меняет цвета. Мышка красавица тоже. Эй. Вот так. Вот такая вот мышка. А, это все в клавиатуре. Видите, наушники, клавиатура тоже. Вся клавиатура переливается. И вот это описание. Вот такая мышулька. О, посмотрите. Для пацанов, да? Для игр. А может, я не понимаю, я не знаю. Это бренд. Кстати, клавиатура тоже такая. Но она не переливается? Или переливается? Я не знаю. Видите, тут... Тут что-то такое, я не знаю. Вот, смотрите, что это. Читайте. Ну что это такое? Это рок-концерт у нас. А это у нас... Что это, камера, что ли? Да, это камеры. Посмотрите. Посмотрите, камеры. Так вот, прилагается все. Это сопровождение стоит вот так. Камера уже побольше, посмотрите. Посолиднее. Panasonic. Тем какая-то... Это камера, я надеюсь? Так. Panasonic. Эй, эй. Что это такое? Ты почему не хочешь нам показывать? Так. Ну, такая вот, видите? Большая Panasonic. Ну, цена как-то как для камеры небольшая. Вот такая.
Вот, все, видите, параметры вы можете сами прочитать. Вообще ничего в этом не понимаю. Но показать могу. А вот смотрите, видите, какая-то камера вот такая, Sony. Она была, ее, видимо, купили и не поставили на стенд новую, видите? Так. Вот есть такие полароиды, да, называется это. Раз, и сразу фотография. Удобно. Я не знала, кого как, а у меня был самый первый. Такие. Ой, такой дизайн, знаете, какой-то винтажный. Ладно. О, вот это какое-то что-то. Ой, а цена не солидная. Цена какая-то для такой камеры. Ну, я сужу как, я просто по внешнему виду. И никак больше, потому что я ничего в этих камерах не понимаю. Эй, что с тобой происходит? Так, вот есть такая еще. И вот ее параметры. Вот есть такая. Ее параметры я показала, конечно. Есть такая. Сколько она стоит, не знаю. Тут не написано. Вот девушка с номером. О, это какая-то большая. Сразу размер и цена прибавились. Ну, параметры вы сами почитайте. Ой, потому что я ничего вам не объясню тут. Давайте посмотрим, как можно купить. Вот так. Вот какая-то камера была Canon за такую цену. Но ее, видно, купили. Вот она. О, это еще дороже. Короче, мы идем на увеличение. Смотрите. Вот это почти 1000 стоит. И вот вы видите все параметры этой камеры. Наверное, хорошая. Вот стоит. О, тачскрин даже. Раньше, помните, такие были бандуры огромные, носили все. А сейчас есть. Ой, господи. Даже в очках, в Ray-Ban, эти встроенные камеры. Да и не только в них. Если, допустим, хочешь секретность снимать. Ну, к примеру, там где-то, я не знаю. Просто идешь по улице и снимаешь все, что видишь. Так.
мотоконом. Вот с такими, видите, параметрами. Это у нас вот такая камера Canon. Это такая массивная немножко. Напоминает прошлую камеру. Но она и стоит, видите? Видно, не такие уж прямо у нее параметры. Хорошие. Вот камера. По-моему, смотрели такую с той стороны. Нет, цена другая. Значит, и параметры другие, которых вы сами прочитаете. Так, это уже как-то подешевле цены. Люмикс. Вот такая вот. Видите? Вот такая вот. Вот такая вот есть камера. Это у нас вот параметры к ней. Вот. Сама камера. Panasonic, что ли? Что? Да, Panasonic. У меня очень похожая была. Уже она отжила свой век. Sony. Вот такие недорогие. Вот такая малышка. Все параметры тут. О, какая интересная камера, смотрите. Кодек. Она такая массивненькая, но в то же время она на камере такая массивненькая, но в то же время она какая-то не такая уж, смотрите, вот видите, не такая уж и большая. О, ну это малышечка такая скромненькая, видите, всего лишь сонька. Это у нас эти летательные приборы. Давайте посмотрим. Flycam. Travel Flycam. Ух ты! А сколько она стоит? Они не дешево стоят. Вот смотрите. Travel Flycam. И вот он цена. Смотрите. Какой аппарата. Прямо какой-то космический, да? Flycam. То есть летающая камера. Вот такой вот есть вариант. Ага, это держалка. Почему такая дорогая? Почему такая дорогая? Ага.
Да. И вот цена. О, посмотрите, какая. Какая дорогая. А может, есть еще дороже, но я пока здесь не вижу. Боже, а что это за агрегат? Что это? А ну-ка. Я не знаю, что это. Вот вы прочтете и поймете, что это, в отличие от меня. Так. Здесь телефоны. Это домашние телефоны. Вот такие. Более современные, чем раньше были, это понятно. Ну что, так вот давайте посмотрим. Не будем мы зацикливаться на них прямо так уж. Ну, наверное, что-то можно выбрать. А цены я вам не показываю. Это... А что? Ой, а что? Я ничего не понимаю. Поэтому ничего не могу сказать. Только а что и все. Видите, такие элегантные такие. Такая маленькая подставочка. Вот это, да, интересно. Такая. Нигде цен нет, кстати. На эти телефоны. Телефоны, мы удаляемся. Главное, чтобы я не стукнулась. Заднюю стенку. Так. Это. Это, наверное, домашние камеры. Сейчас посмотрим. Бренд показала вам. Это домашние камеры. Ну. А как еще это можно назвать? Так, мы можем почитать даже, конечно. Вот. Кстати, это уличные, я насколько понимаю. Такая цена есть. Вот такая цена двойная. Не знаю, что она там делает. А что вот это? Это что, тоже камера? Вот. Кстати, камера – это нужная вещь. Особенно сейчас, в такое время, нужно иметь камеру. Так, вот, смотрите, когда у вас есть такая штука, вот такая камера, да? Вы видите все, что у вас дома делается. Вот поставили где-то 3, да? А нет, это аутдор. Это на улице. Ну, в любом случае, вы поставили, да? И видите, что происходит. Это индор. То есть это в доме уже. Вот. На Амазоне стоит эта камера столько, а вот эти, которые уличные, стоят вот столько. У меня стоит, кстати, камера. Такая мини. Вот на Амазоне, видите? Недорого, правда?
Не, ну действительно, время сейчас такое какое-то смутное, и действительно очень много. Вы знаете, вот у моей близкой знакомой, даже больше, чем знакомой, она сидела на остановке и смотрела в телефоне там что-то, допустим, да, что интересовало. И представляете, неожиданно велосипедист, он был в этом, ну, в худи с капюшоном. Он выхватил у нее телефон дорогой. Телефон у нее дорогой, красивый, хороший телефон. Выхватил и умчался. Подали в полицию, и тем более там, как бы, получается, у этой девушки, у нее получается, как бы, с семьей есть такая программа, да? То есть они видят, кто где находится. И они даже просидели, куда этот человек забежал, ну, по какому адресу. И что вы думаете, показали полиции, но никакого результата это не принесло, к сожалению. Просто я вот, в какой бы стране вы ни жили, допустим, Англия, там вот, да, вот я живу в Англии, там, или это другая страна, не имеет значения. Будьте аккуратны с телефонами. Сейчас время тяжелое для всех, и поэтому будьте аккуратны. И с людьми тоже нужно быть аккуратным. Не нужно доверять всем подряд. А профессионалы такие, которые умеют влезть в душу, знаете, это вообще особо опасные люди. Поэтому... Но с телефонами, вот я вам рассказала такую историю. Это случилось непосредственно вот с моей близкой знакомой. Поэтому берегите себя, свои телефоны и вообще берегите себя и свое здоровье. Будьте счастливы.